За последние 5 лет по вине нетрезвых водителей на территории Нижегородской области погибло 526 человек. В 2021 году по сравнению с 2020 количество ДТП в регионе уменьшилось в 1,5 раза. Тем не менее, по решению правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с управлением ГИБДД МВД России по Нижегородской области было принято решение запустить акцию «Трезвое лето». В эти выходные на территории Нижегородской области запланировано проведение профилактического мероприятия «Трезвое лето», направленное на обеспечение действенного влияния на состояние дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных районов с высоким уровнем аварийности по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.